Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом убеждена и Вера Иванова. Жительница города Видное делает прививку уже второй год подряд. Я думаю, что мне помогает, потому что 3 года назад, в конце декабря, я заболела гриппом. Ну уж очень у меня тяжелое состояние было. И вот прошлый год сделала еще, и в этом году хочу сделать. Для удобства видновчан, желающих пройти вакцинацию, у торгового центра галереи 918 находится мобильный пункт, оснащенный всем необходимым оборудованием для организации профилактических прививок. Процедуры проводят врач-терапевт и медсестра. В наличии имеется несколько вакцин, и каждый желающий может выбрать вакцину с учетом показаний или противопоказаний. Какую вакцину выбрать, уже будет решать врач-терапевт после осмотра. Пройти иммунизацию в мобильном пункте может любой желающий старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. При себе необходимо иметь только паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Прививку я перенес очень легко. Мне кажется, она мне помогла преодолеть заболевание COVID в легкой форме. Никаких осложнений у меня не было, поэтому я подумал, что и в этом году почему бы и нет. Тем более говорят, что идет новая волна. Усиление организма всегда необходимо. Врачи отмечают, что защитный эффект от прививки длится около года, но проявляется только через 2 недели после введения вакцины. Поэтому медики советуют сделать укол как можно раньше. Случаи зафиксированы, высокий процент уже идет острой вирусной инфекции, которая дает осложнения. Тяжелое осложнение – это грипп, вернее, тяжелое осложнение – это бронхит, пневмония, миокардиты, заболевания почек. Поэтому всех приглашаем на вакцинацию приходить. Пункт работает ежедневно с 11 до 15 часов. Также здесь можно вакцинироваться и от COVID-19. Но пройти иммунизацию от гриппа после прививки от коронавируса можно не ранее, чем через месяц. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.